Вечерние посиделки. В разгар гражданской войны Холодная приехала в Одессу для съемок своего нового фильма. Целыми днями она была пронзительно прибранском ветру. К тому же, статус кинозвезды обязывал ее встречаться с европейскими дипломатами, прибывавшими в Одессу. Ослабленный организм не смог противостоять вирусу. Проболев 3 дня, актриса скончалась от обильного легочного кровотечения. Россия сопротивлялась испанскому гриппу дольше остальных стран. Передача вируса препятствовал холодный климат. Но уже к концу зимы 2018 года первые случаи заболевания зафиксированы в южных губерниях. Весной первые заболевшие в Саратове и Тамбове, а к лету эпидемия добралась и до столицы. Михаил Булгаков, в то время практикующий врач, пишет: от болезни опустел Киев. В городе 750 тысяч больных, 2/3 населения. В марте 2019 года... Ой, как хорошо, это как приятненько-то. В ближайший сподвижный тренинг председатель ЦИК Яков Свердлов. Его похороны превращаются в стихийную демонстрацию. И в толпе уже много людей, являющихся носителями вируса. Эпидемия в молодом советском государстве становится неизбежной. Такой массаж прям серьезный.